Всем привет, вы на канале Супергекта, и сегодня я хочу вам показать пустые баночки за месяц ноябрь. Это одна из любимейших рубрик на моем канале, и, собственно говоря, давайте начнем. А также хочу предупредить, что будет в конце объявлен конкурс, это уже новогодний конкурс, так что прошу всех оставаться. Теперь я пустые баночки собираю вот в такую большую кофру от Ifresh. Так, ну что ж, давайте по порядку, или вернее в разнобой. Вот все, что попадется, то я вам и покажу. Итак, вот первый продукт, который я хочу вам показать, это продукт выброшенный. Шампунь для всех типов волос, объем и сила. А взят он был из Fix Price, это Family Life. В общем, отвратительный шампунь, я им, конечно, не пользовалась. Пользовался мой муж и сказал, что он совершенно не пенится, ну и, соответственно, не очищает нормально волосы. Именно поэтому мы его выбрасываем. Аромат химозный, неприятный, так что, в общем-то, провальный продукт, не советую его приобретать. Идем далее. Ага. Еще один продукт из магазина Fix Price, который мне уже понравился, это соль для ванны, соль морская с пеной, фруктовая ассорти, обалденная соль, ребенок очень любил принимать с ней ванную, во-первых, она обалденно пахнет, сейчас вам скажу чем, таким, знаете, вишневым, вкусным-вкусным компотом. Просто прелесть, да-да, и миндаль, конечно же, тоже ощущается, это вишня и миндаль. Супер-супер продукт, да, он пенится, но пенится слегка. Аромат стоит просто восхитительно на всю ванную, ну и также оказывает хорошее влияние на кожу. Следующее, это паста Локолют, она у нас уже закончилась, я даже не успела ее показать в покупках. Тут очень маленький объем. Вкус у пасты, в принципе, приятный, он такой действительно лимонный, но при этом у меня от этой пасты во рту просто, знаете, появлялось такое вяжущее чувство, очень неприятное. Кроме того, я заметила, что она плохо очищала зубы, после ее использования у меня зубы оставались с таким легким налетом. Ну, это было видно, то по ощущениям нет, конечно, но было видно, что недостаточно очищены зубы, поэтому не могу рекомендовать данную пасту. А что у нас вообще должна делать? Это крепкие зубы, здоровые десны, свежее дыхание. Нет. В общем-то, тоже я бы сказала, что этот продукт провальный и не рекомендую его к приобретению. От Эколаб закончился крем-баттер для тела, витамины для кожи. Значит, активные ингредиенты: органическое масло какао, миндаля, экстракт ягод аса и лимонника. Также нам говорят, что это без парабенов и силиконов продукт. Здесь заглушка, это, конечно, хорошо, но само масло, конечно, очень-очень приятно пахнет. Запах это что-то, пахнет, собственно говоря, виноградом, сладким, приятным, ну, виноградным соком. Супер. Но само средство, к сожалению, меня полностью не порадовало, потому что оно слишком жирное, слишком, и долго впитывалось, поэтому это неудобно, ну и неприятно вообще для меня было, то есть создавало такую жирную пленку, поэтому, опять же, не могу рекомендовать данный баттер. И следующий продукт, который мне попадается, это Джоанна Sweet Fantasy кондиционер для волос с ванилью, это кондиционер экспресс. Вот, его надо было использовать на влажных, вымытых волосах. И мне он очень-очень нравился, потому что он за ними отлично ухаживал. После того, как вы их высушите, они, во-первых, не утяжеленные, не выглядят как сосульки, а наоборот, ухоженные такие, волосок к волоску, все приглажено, мягкие. Вот, и при этом блестящие, обалденный продукт. А также хочу отметить, что волосы пахли приятно ванилью. От Ifresh шампунь для объема с мальвой, очень-очень мне понравился, но я не заметила, что прям был сильный объем, но при этом, да, волосы не утяжелялись и поэтому были более пушистыми. Аромат очень мне понравился, он такой, вы знаете, пахнет будто бы клевером, да, представьте, вы зашли в поле, где много-много клевера, и вот аромат именно такой, полевой, клеверный, очень приятный, сохранялся на волосах, что не может не радовать. Классный шампунь, отлично ухаживает за волосами. Закончилось у нас чудесное мягкое мыло, ну тут просто так написано, с эфирными маслами от Чистой Линии. Это фитотерапия, отвар целебных трав, здесь ирис, лаванда и фиалка. Обалденное мыло, потому что от рук тоже, да, вот как тот шампунь, но тут другие ароматы. Пахло очень по-природному, и действительно пахло и ирисом, и лавандой, и фиалкой, но больше хочу выделить именно лаванду и фиалку. Обалденно, обалденно просто. И кажется, мне еще пахло лимонником. Да, такой, мне кажется, совершенно природный аромат,
какой-то даже деревенский. И он натуральный, никакого вообще химозного запаха я здесь не наблюдаю. И, конечно же, этот аромат оставался надолго на руках и их не сушил. Так что классное мыло рекомендую. Это гелевый дезодорант-антиперспирант моего мужа Old Spice. Покупали мы его еще в фикс-прайсе, сейчас в продаже его не найти. Ему безумно понравился, вот он фанатеет, ищет. Хотя, когда мы покупали, именно я уговорила его приобрести. Так, он тут уже потек. Аромат вообще просто шикарный, настолько он мужественный, настолько приятный, сладковато-морской. Супер. Но, к сожалению, мы пока не нашли. Возможно, вам повезет больше. Защищал на 100%. От марки Прелесть закончился у меня бальзам для волос, который рекомендуется в салонах. Объемы питания с экстрактами миндаля, ромашки, винограда, бамбука, граната. Для любого типа волос обещают нам вообще двойной объем, ну, тыры-пыры. Значит, без СЛС, парабенов, все как обычно. Что мне не понравилось в этом продукте, это упаковка. Она ужасна, боже мой, какой здесь дозатор. Он просто механический. Необходимо было, смотрите, как делать. Вы нажимаете, и там выдавливается буквально чуть-чуть. Вы понимаете, что он густой. Это же все-таки у нас бальзам. Он густой. Естественно, выдавливается по чуть-чуть. И когда вы нажимаете, назад дозатор не подымался. То есть его приходилось вручную подымать. Это было ужасно. Причем так приходилось делать не менее 6 раз, а то и больше. Очень удобно. Сам кондиционер, ой, сам бальзам мне понравился. Но не сказать, что что-то такое прям вау, салонное, нет, конечно. Но приятненький, неплохо ухаживал за волосами. Насчет аромата что-то я забыла. Нет, аромат неприятный. Я бы сказала, он такой действительно салонный, нейтральный. В общем, как бальзам мне понравился, но упаковка это жесть. Она ужасна. Именно поэтому я больше приобретать этот продукт не буду. Потому что переваливать его куда-то это маразм. И плюс он очень-очень густой. Вот попался мне тюбик Лаколюта законченный. От Ленор закончился у меня кондиционер детский. Очень-очень я люблю этот кондиционер. Аромат такой приятный, нежный, хлопковый. Действительно какой-то детский. Очень он суперский. И мне нравится потом, как пахнет от одежды. Плюс одежда, естественно, становится очень-очень мягонькой. В общем, супер. Закончился у нас также гель для душа Palmolive Naturel, интенсивное увлажнение, оливы и увлажняющее молочко с экстрактами 100% натуральных ингредиентов. Боже мой, зачем я все это зачитываю? Не знаю почему, мне, видимо, нравится почитать. В общем, очень мне понравился этот гель для душа. У него из тюбика один аромат. Он просто какой-то кремовый, приятный, нежный, чем-то напоминает Dove. Ну, такой крем-мыло. Класс. Но когда я принимала с ним душ, он начинал пахнуть обалденно ландышами. Я просто в шоке. Это супер, настолько приятно, что я не могу даже вам передать на словах. Вы просто попробуйте, ощутите эту красоту аромата. У геля для душа также образуется очень нежная-нежная шелковистая пена, которая прекрасно ухаживает за кожей. А и что ж, еще у нас был продукт от Palmolive. Это уже Gourmet Spa шоколадная вуаль, крем-мыло для рук. Вот, с экстрактом какао. Очень оно мне не понравилось по консистенции. Она была какая-то склизкая, и когда вы выдавливаете, тянутся такие нити мерзкие. Отвратительно просто. Но запах, боже мой, какой же здесь приятный запах. Пахнет действительно шоколадом. Так вкусно, так приятно. Но почему же оно такое склизкое? Я бы на консистенции поработала. Очень оно мне не понравилось. А так запах очень приятный, но и пенится неплохо, да. Не сушит кожу рук. В очередной раз от Vester у меня закончился гель для стирки Baby. Это гель для детского белья. Очень он даже неплохой, отлично отстирывает белье. Единственное, наверное, что его не очень удобно использовать, так как приходится переливать в какой-то стаканчик, а потом уже заливать в машинку, чтобы как-то дозировать. Вот. Аромат имеет тоже очень приятный, так что могу рекомендовать к покупке. Закончилась у меня обалденная пудра для лица от Тони Моли. Она с хлопком. Dear Me. Таким вот образом выглядит внутри. Здесь есть зеркальце. Вот тут она у меня закончилась. У меня в первом тоне, мне очень подошло. Вот здесь также спонж, и он, между прочим, неплохой, я вам скажу, им удобно пользоваться, когда нет под рукой кисти. Пудра ложилась на лицо легкой-легкой вуалью и при этом отлично матировала кожу, не создавая эффекта маски. Также мне очень нравится в этом продукте его компактность, это безумно мило. Все, съемка прерывается, у меня авария. Ну ладно, я к вам вернулась. Это было ужасно.
В общем, да, закончился у нас гель для душа от Dove, объятия нежности, это крем-гель, миндальное молочко и аромат гибискуса. Боже мой, я просто обожаю этот гель для душа, даже несмотря на то, что он сейчас меня выстрелил, я все равно его безумно люблю. Все гели от Dove мне нравятся, но мне кажется, что вот этот особенно, он настолько приятно, нежно, цветочно, ласково пахнет. Я готова бесконечно вдыхать этот аромат. Да, он, пожалуй, такой молочно-цветочный. Просто супер. Вообще рекомендую всем. И да, конечно же, все, я уже не могу больше. И да, конечно же, он создавал объемную, густую и шелковистую пену, которая просто потрясающе ухаживает за кожей. Она просто мега шелковистая. Ни одного геля для душа я еще такой пены не встречала. Очень-очень долго у меня заканчивался питательный крем для рук от Le Petit Massier. Мнение двоякое у всех насчет него. Ну, а я сейчас выскажу свое. Этот крем для сухой, очень сухой кожи. Здесь карите, сладкий миндаль, масло органового дерева. Аромат у него действительно такой сладковатый, приятный. Мне лично очень нравится. Что касается крема, да, он питательный, он супер питательный. И многим не нравится именно его легкая жирность на руках. Но я вам скажу так, он питательный, поэтому лучше его использовать на ночь. И тогда ваша кожа будет прекрасно напитана, чего еще желать, это же здорово. Вот, так что мое мнение скорее да, чем нет. Ну и наконец конкурс. В этот раз будет одно призовое место. И я для вас приготовила просто шикарнейший подарок, который хочу даже сама себе. Это восхитительный наборчик от Estée Lauder стоимостью 2000 рублей. И главное, что здесь очень-очень интересный набор продуктов. Посмотрите, два полноразмерных. Это у нас тушь с эффектом экстремального объема, а также двойной карандаш для век. И мини-продукт – это универсальный восстанавливающий уход вокруг глаз. Думаю, что многих это заинтересовало, я во всяком случае на это надеюсь. Так что желаю всем удачи в конкурсе. А кроме того, я положу вам вот такую вот открыточку новогоднюю, поскольку у нас же сейчас Новый год, правильно? И это у нас новогодний будет приз с моей подписью. Вот. Ну что ж, теперь давайте об условиях. Условия, как обычно, очень-очень просты. Вам необходимо быть подписанными на два канала. Канал Супергекта и канал Гекта Лайф. А также вам необходимо вступить в группу, или если вы уже вступили, то просто репостнуть видео в этой группе, то есть им поделиться. И также конкурс проходит только по России. И рандомайзером через 2 недели я буду выбирать победителя. Ну что ж, всех люблю, всем удачи, предновогодних ощущений, радости и счастья. Желаю всем победы. Пока. С ума себе хочу. Такой классный. Try so